Но прежде всего, конечно, хочется отметить, что крест преподобной Трофимы Полоцкой Богоспасаемый град Витебск посещает после его воссоздания впервые. И символично то, что, конечно, постом это будет способствовать поддержанию духовных сил наших верующих прихожан. Время поста – это время воздержания. Но мы знаем, что каждому Господь определяет свое крестоношение и дает по силам нести крест. И если мы уже даже изнемогаем, то Господь всегда посылает нам людей, которые помогают нам. Но с множеством таинств, которые имеет наша православная церковь, это будет великое поможение. Сам Господь нес крест на Голгофу, где Он был распят, вели нас ради человека нашего спасения, искупил грех пред Отцем и ввел нас в жизнь вечную, победив смерть. И сам Господь падал под этой тяжестью ношения креста. Но Господь ему послал Симона Киренита, который шел с полевых работ и понес этот крест. Так же и в нашей жизни это будет способствовать поможению нашего несения креста. Святыня очень великая, где находится в ней, в ковчеге, часть древа Господня, которого мы распят, частица крови. И милостью Божией, что еще экзархом Белоруссии, митрополитом Филаретом, а нынешним экзархом, нашим владыким Вениамином, благословлено принести эту святыню в наш кафедральный собор. Он будет пребывать от сегодняшнего дня до 15 числа, целую неделю. Ранее преподобный крест Ефросиний Полоцкий также имел путешествие не только по Белой Руси, но и по Малой Руси и по Великой Руси. И сейчас он также начинает свое паломничество, утверждая наши святоотеческие, национально-патриотические традиции, помогая верующим воздержание в это постовое время, принесение поста приятного и достижение светлого Христового воскресения. Поэтому это великая радость и великое историческое, можно сказать, событие для нашего богоспасаемого града Витебска. Всем желаю нашим верующим прихожанам Богоспасаемого града Витебска, конечно, помощи Божией, внесение подвига поста, приятного поста. Всегда помните о том, как Господь говорил. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите Бога. Всех поздравляю с этим прекрасным явлением для нашего Богоспасаемого града, принесением этой великой белорусской святыни, воссозданного креста преподобной Ефросинии Полоцкой.